Большую роль в улучшении статистики сыграло увеличение количества премьер в региональных театрах и гастрольных проектов. Впрочем, по словам министра культуры, не стоит забывать и о качестве постановок. Впервые за долгое время Южноуральским театрам выделили порядка 50 миллионов рублей на так называемые постановочные расходы. Лидером по посещаемости стал Академический театр драмы. В завершающемся сезоне на его сцене поставили 6 новых спектаклей. Всего же в этом году южноуральские театралы смогли насладиться 35 яркими премьерами. С них же начнется и новый сезон. В октябре ценители высокого искусства ожидают гастроли Большого театра. В Челябинск москвичи привезут оперу в 4 действиях Джакомо Пуччини «Богема».